Верхняя Березовка – одно из самых популярных мест отдыха среди улан-удэнцев. Сезон пикников уже открыт, и это заметно по куче мусора, оставленным после себя отдыхающими. Картина в лесу просто ужасающая. Повсюду пустые бутылки, бумажки, пакеты и прочие отходы. 26-летняя улан-удэнка Александра Циренова вместе с группой молодых людей приехала сюда, чтобы очистить излюбленное место отдыха горожан. Мы хотим больше выбирать вот такие вот общественные места отдыха. Ну, где-то, может быть, где молодежь отдыхает. Вот здесь, допустим, также люди приезжают на пикник, как будто бы они не задумываются о том, что они приедут сюда еще раз. Почему нельзя взять с собой пакет в те же пакеты, там, которые ты покупаешь продукты, скласти и так далее. Ребята не только собирают мусор, но и продвигают идею раздельной утилизации отходов. Во время уборки на пикник приехала молодая семья, и Александра Циренова провела с ней профилактическую беседу. Тут устроили субботник общегородской, можно сказать, и хотели бы вот как раз вам объяснить, рассказать, чтобы дети также не сорили, собирали за собой мусор и желательно делить его. То есть бутылки, пакеты, пластик в один мешок, и все остальное, это там какие-то продукты питания, остатки в другой. Мы вот дадим вам два мешочка, и после того, после вашего отдыха, пожалуйста, соберите за собой мусор. Руку помощи ребятам, ратующим за чистый город, протянули как коммерческие организации, так и коммунальные службы города. Один из улан-удэнских интернет-магазинов снабдил волонтеров перчатками и мешками для мусора, а директор сам лично присоединился к уборке. С комбината по благоустройству также приехали сотрудники и помогли вывести весь собранный хлам. Среди пришедших на субботник были как новички, так и опытные экозащитники. Я сам по специальности эколог. Ну, охрана окружающей среды всегда за такие компании. Я думаю, это замечательное дело. Мы меняем мир, начиная с самих себя. То есть мы меняем себя, и, соответственно, все меняется вокруг нас. Уборка на Верхней Березовке – не первая экологическая акция Александра и ее друзей. На прошлой неделе они вывезли около 200 мешков мусора с Комышки. И на этом ребята не собираются останавливаться. Их цель – чистый Улан-Удэ. Наталья Домбаева, Евгений Козлов, «Первая альтернативная».